Утром талонов нет, на госуслугах записаться невозможно. Ходили в МФЦ, чтобы помогли записаться. Вопрос не решился, как можно попасть к врачу. Уважаемая Людмила, связался перед прямой линией с главврачом. Значит, главврач Чащина Марина Юрьевна предлагает получить медицинскую помощь без предварительной записи. Неотложная помощь в кабинете 160 и доврачебная в кабинете 159. Также Марина Юрьевна предлагает сначала обратиться в кабинет диспансеризации, пройти полное обследование, получить консультацию врача по дальнейшему лечению, и врач назначит необходимый препарат. Также вопросы по организации лечения можно решить на личном приеме руководства больницы. Пассажирских перевозок до Красноярска и обратно. Почему нет возможности пустить электричку? Или муниципальные автобусы с четким расписанием? Огромное количество сосноворцев работает за пределами города. Поездка на работу порой напоминает целый квест. Да, Анна, спасибо за вопрос. Значит, перевозками пассажирскими автобусными занимается и организует Министерство транспорта Красноярского края. Это их полномочия. По вашему обращению мы подготовим письмо Министерства транспорта с просьбой проработать с перевозчиками вопрос о соблюдении этого расписания, а также рассмотреть возможность, знаю, есть проблема маленьких автобусов, и также предусмотреть возможность в конкурсной документации отразить, чтобы автобусы были больше вместимости. Я думаю, это решит вопрос. Спасибо всем, кто задал вопросы, надеюсь, ответил. Пишите, буду рад ответить в комментариях на ваши вопросы. Спасибо большое. До новых встреч.